Переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Умоляю вас, спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, мы идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Там же мой ребенок! Не смейте его к ней подпускать! Там моя дочь! Капитан Аллен, мое имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера вы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. У этой машины ранее уже случались сбои? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Thank you.
берете? Я его подберу. Подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор! Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю! Я пришел тебя выручить! Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить! Поздно уже говорить! Слишком поздно! Ты вооружен? Да! У меня пистолет! Бросай! И смотри мне без резких движений! Вот! Я его бросил! Вы с Сэмой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! А говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Да нет, нет! Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет.
Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Не трогать! Тронешь ли я тебя убью? Меня нельзя убить. Я не живой. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушка, которую можно выбросить, когда надоест. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет. Я не виноват. Я этого не хотел. Я любил. Понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался. Я выполнил твое желание. Ты ведь не хочешь прыгать, иначе спрыгнул бы давно. Ну давай, пистолет. И все это закончится. Не подходи ближе! Еще один шаг, и клянусь, я прыгну! Ладно. Вот, я буду стоять здесь. Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно. Я поверю. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал мне.